Церемония открытия фестиваля Спасская башня. Фестиваль Спасская башня. Церемония открытия фестиваля Спасская башня 1545 24 августа 2019 года. Обновлено. 1549 24 августа 2019 года. Фестиваль Спасская башня проходит в российской столице в 12 раз. Самые яркие моменты открытия в Хатуленте. Риа, РИА Новости. Рамиль Сильдиков Военный симфонический оркестр Египта вышел на брусчатку Красной площади под знаменитый марш победителей из оперы Айда Джузеппе Верди. Один из 17. Военный симфонический оркестр Египта вышел на брусчатку Красной площади под знаменитый марш победителей из оперы Айда Джузеппе Верди. РИА Новости, Рамиль Сиддиков. РИА Новости, Рамиль Сиддиков. Военный оркестр Народной армии Северной Кореи впервые выступил на фестивале спасской башни. Девушки военнослужащие исполнили традиционный танец с саблями, без которого не обходится ни один парад. 2 из 17. Военный оркестр Народной армии Северной Кореи впервые выступил на фестивале Спаской башни. Девушки военнослужащие исполнили традиционный танец с саблями, без которого не обходится ни один парад. Риа новости. Рамиль Сиддиков. РИА Новости, Рамиль Сиддиков. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военные оркестры из России и рубежа и других участников за праздник, который они дарят москвичам. 3:17. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников за праздник, который они дарят москвичам. РИА Новости, Рамиль Сиддиков. РИА Новости, Владимир Остапкович. Выступления участников сопровождались грандиозным пиротехническим шоу. 4 из 17. Выступления участников сопровождались грандиозным пиротехническим шоу. РИА Новости, Владимир Остапкович. РИА Новости, Рамиль Сиддиков. Номера военнослужащих роты специального караула президентского полка на фестивале «Спасская башня» пользуются неизменным успехом благодаря отличной выучке и слаженности действий. 5 из 17. Номера военнослужащих роты специального караула президентского полка на фестивале «Спасская башня» пользуются неизменным успехом благодаря отличной выучке и слаженности действий. РИА Новости, Рамиль Сиддиков РИА Новости, Рамиль Сиддиков Южную Корею на «Спасской башне» представила музыкальная группа «Ханнури», в которую входят студенты и выпускники отделения Народного традиционного искусства Национального университета искусств. 6 из 17. Южную Корею на Спасской башне представила музыкальная группа Ханнури, в которую входят студенты и выпускники отделения Народного традиционного искусства Национального университета искусств. Риа Новости Рамиль Сиддиков. Риа Новости Владимир Остапкович. Номер Центрального оркестра сухопутных сил самообороны Японии начался с традиционного шоу-барабанщиков а после него на украшенную светильниками брусчатку вышла солистка в кимоно и спела роман с дорогой длинную. 7 из 17. Номер Центрального оркестра сухопутных сил самообороны Японии начался с традиционного шоу барабанщиков, а после него на украшенную светильниками брусчатку вышла солистка в кимоно и спела роман с дорогой длинную. РИА Новости, Владимир Остапкович. РИА Новости, Рамиль Сиддиков. Итальянский оркестр Тредентина впервые принял участие в Спасской башне. Коллектив полностью состоит из отставных альпийских стрелков. 8 из 17. Итальянский оркестр Тредентина впервые принял участие в Спасской башне. Коллектив полностью состоит из отставных альпийских стрелков. Рия новости Рамиль Сиддиков. Риа новости Владимир Остапкович. Кульминация представления стало выступление сводного оркестра всех ансамблей участников фестиваля под руководством главного военного дирижера России Тимофея Майкина. 9 из 17. Кульминацией представления стало выступление сводного оркестра всех ансамблей участников фестиваля под руководством главного военного дирижера России Тимофея Майкина. Риа. Новости. Владимир Остапкович. Риа. Новости. Рамиль Сильдиков. Марширующий оркестр из Норвегии Стрюмс Гоцет приехал на Спасскую башню впервые, и его колоритные участники сразу завоевали сердца зрителей. 10 из 17. Марширующий оркестр из Норвегии Стрюмс Гоцет приехал на Спасскую башню впервые, и его колоритные участники сразу завоевали сердца зрителей. РИА Новости, Рамиль Сиддиков. РИА Новости, Рамиль Сиддиков салют над Красной площадью стал ярким завершающим штрихом торжественной церемонии и открытия фестиваля. 11 из 17 салют над Красной площадью стал ярким завершающим штрихом торжественной церемонии и открытия фестиваля. РИА Новости, Рамиль Сиддиков РИА Новости, Владимир Остапкович Военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии исполнил подборку популярных мелодий в Москве. 12 из 17 военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии исполнил подборку популярных мелодий о Москве. РИА Новости, Владимир Остапкович РИА Новости, Владимир Остапкович Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера и вспышки фейерверков. 13 из 17 зрителей горячо поддерживали всех участников восторженно реагируя на особо понравившиеся номера и вспышки фейерверков. Рия Новости, Владимир Остапкович Рия. Новости, Рамиль Сиддиков Международный кельтский оркестр волынок и барабанов совместно с Международной командой кельтских танцев представил авторскую постановку. Celtic Energy. 14 из 17 Международный кельтский оркестр Волына барабанов» совместно с Международной командой кельтских танцев представил авторскую постановку Celtic Energy. Рия Новости, Рамиль Сиддиков Рия Новости, Рамиль Сиддиков почетным участником церемонии открытия стал популярный саксофонист Игорь Бутман. 15 из 17 почетным участником церемонии открытия стал популярный саксофонист Игорь Бутман. РИА Новости, Рамиль Сиддиков Рия Новости, Рамиль Сиддиков образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил инструментальную кавер-версию на хит The White Stripes Seven Nation Army Неофициальный гимн футбольных болельщиков всего мира 16 из 17 образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил инструментальную кавер-версию на хит The White Stripes Seven Nation Army. Неофициальный гимн футбольных болельщиков всего мира. Риа Новости, Рамиль Сиддиков. Риа Новости, Рамиль Сиддиков. Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гедара Алиева сочетал в своем выступлении марши и народную музыку. Во время исполнения песни Муслима Гамаева Азербайджан группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду. 17 из 17. Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гедара Алиева сочетал в своем выступлении марши и народную музыку. Во время исполнения песни Муслима Магомаева Азербайджан группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду. РИА Новости, Рамиль Сиддиков